Вот надо разбирать прямо оттуда, натягивать нитки. Ну, что их учить, это же элементарные вещи. Ни линеек, ни других измерительных приборов не понадобится, чтобы разглядеть шишки и неровности на тротуаре. Несмотря на то, что он свежий, уложен, некачественный, это не дело рук строителей, которые занимались пешеходной дорожкой. Часть плитки пришлось разобрать подрядчику, который устанавливал на Богдана Хмельницкого-Ленина светофор. После должен был покрытие восстановить. Работы, конечно, выполнил, но некачественно. По поручению мэра Олега Имамеева будет восстанавливать за свой счет. Следующим пунктом в субботнем маршруте стал еще один перекресток, на который мэру пожаловались горожане – Амурская, Комсомольская. Из-за вымытого дождями основания здесь образовался провал. Исходя, скажем так, из показаний, что мини-расследование проводим, плитку растащили после провала. Ну, давай будем считать, все, растащили. Но подсыпка была явно грязтыка. Но подсыпка безумная. Знаешь, просто пришли, вот команду дали этому водителю, ему зачем? У него путевки стоит, высыпать в такой-то точке, разогнать, что и как-то никто не смотрел. Тогда опять же, это вот кто-то руководит этим процессом. Мне просто интересно, что не просто исправить, а кто вообще давал эту команду, что мы так все это будем. Ну и, соответственно, пускай посмотрят на предмет работы ливневки. Вот надо хорошее, наверное, продуть или даже его собственно. Олег Имамеев поручил специалистам оперативно разобраться с проблемой и еще раз проверить на этом участке ливневые колодцы, чтобы обеспечить нормальное водоотведение. Прокомментировал градоначальник и резонансный провал на тротуарах на Горького. Это те участки, которые ремонтировали в прошлом году. Сейчас по этому вопросу ведут претензионную работу. Прокладывая кабель к остановкам под новой пешеходной дорожкой, рабочие нарушили технологию укладки плитки. Результат налицо. Закон обязывает властей дать подрядчику определенный срок на устранение выявленных дефектов. Но все сроки вышли. Проблему отрабатывают своими силами. После понесенные затраты должна возместить подрядная организация. Кристина Слепцова, Максим Яценко. Программа «Город».